Законопроект про ринок землі обговорили сьогодні на ранковому засіданні аграрного комітету. В опозиційній платформі «За життя» заявили, що дійшли згоди у деяких питаннях, вирішення яких вимагали аграрії. Загалом у документі понад 4 тисячі поправок. Депутати наголосили, що проект закону про зняття мораторію на продаж землі потрапить на розгляд Ради у другому читанні не раніше, як у березні, у разі дотримання регламенту і досягнутих сьогодні домовленостей. Пока мы одержали маленькую победу, они все поклялись, знаете как, что будет полностью соблюден закон и что по всем 4000 правкам пойдут одна за другой. После этого Разумков и все руководство Рады и глава комитета клятвенно подтвердили нам, что они потом, согласно статье и регламенту, 10 дней мы получим за 10 дней таблицу по ревлянду, которую можем посмотреть, сравнить и понять, что они собираются с землей делать. Мы добьемся присутствия общественности, полного рассмотрения законопроекта со всеми поправками и полноценного его обсуждения и подготовки ко второму чтению. Параллельно с этим создание следственной комиссии, чтобы разобраться с теми событиями, которые были вчера под стенами парламента. Поднялся вопрос о конфликте интересов. Как мы знаем, что в аграрном комитете присутствует очень много членов комитета, которые являются собственниками, прямыми або последовательными собственниками аграрного бизнеса, чтобы не допустить потом конфликта интересов и такого скрытого лоббизма продажи украинской земли.